Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Аня, и канал мой о пряже. Данное видео будет не о пряже, а распаковка посылки с интернет-магазина «Мыло Опт», так как я еще занимаюсь мыловарением. Данная посылка была немножко проблемная в получении, так как была заказана доставка новой почтой на отделение почтомата Приватбанка. И долго эта посылка не отслеживалась, так как, вернее, она отслеживалась, но на сайте новой почты висело, что она в Чернигове, но еще не выгружена в почтомат. По телефону на горячей линии новой почты говорили, что посылка уже выгружена. В Приватбанке 2 дня мне вообще не могли ничего сказать об этой посылке. Но, слава богу, все хорошо закончилось, посылка получена. Значит, в предыдущем заказе я тоже делала видеообзор, за что мне был начислен бонус 50 гривен. Посмотрим. Вот. У меня добавлено 2 накладные. В одной накладной у меня добавлены пигменты. А первый, это вот видно. Плохо, но видно. Вот 50 гривен за предыдущее видео распаковка заказа. Значит, в этом заказе у меня каустическая сода 2 килограмма и касторовое масло 1 литр. Дальше. Пигменты. Голубой, желтый, зеленый, оранжевый, синий, красный, белый. И диоксид титана 100 грамм. Очень жаль, что операторы, не на электронной почте мне не смогли сказать, как эти пигменты ведут себя при реакции со щелочью. Поэтому это у меня, можно так сказать, кот в мешке. Надеюсь, все пройдет у меня хорошо. Итак, сама распаковка. Вот моя посылочка. Извините, сейчас. Итак. Каустическая сода. О, как я вижу, это в чешуйках, которая мне нравится. Круто. 1 килограмм. 2 килограмм. Дальше. Касторовое масло для мыла. И вот тут все. Пигменты, если вы видите, вот на пакетике, не видно, сейчас попробую. Вот видите, на пакете желтые, там вон синие на пакетиках. То есть упаковано не очень тщательно, но надеюсь, я не буду вся в этом пигменте. Так, значит, вот диоксид титана 100 грамм и пигменты синий, белый, там оранжевый, желтый, красный и зеленый. Хотела еще сиреневый или фиолетовый, но не было у них на складе. Буду экспериментировать в смешении красного и синего. Акрильными красками этот фокус проходил. Надеюсь, и с пигментами вдруг пройдет. Буду делать радужное мыло с нуля. Так что на данный, как всегда, интернет-магазин сработал четко. Если бы не новая почта с Приватбанком, данный обзор бы я уже сделала 3 дня назад. Но все равно лучше поздно, чем никогда. Всем спасибо за внимание, за обзор. Надеюсь, обзор был полезен. Всем пока-пока.